Хмелевичукин привезла в Москву американского художника Давида Датуну, который грузин по происхождению, но переехал в Америку и там открыл все творческие способности. Дэвид выискивает какую-то концептуальную разработку, которую помещает на холст в виде коллажей, в виде каких-то графических символов, флагов или гербов, и покрывает это все линзами. Мы выбрали арт-центр Веточный, потому что очень удобно было ходить туда за шампанским. Я серьезно говорю, потому что это был вот основной ключевой момент – гримироваться, переодеваться. Помимо самой выставки, у нас еще планируется благотворительный аукцион, который мы проводим вместе с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Потому что она сама делает очень много, фактически без какой бы то ни было поддержки со стороны именно элиты нашего общества. Если хотите коммерции, пожалуйста, покупайте картины с выставки. Они стоят дорого, и они будут стоить еще дороже. А здесь это скорее такой именно благотворительный акт, скажем так, для лучшей части современного общества, современного российского общества. И мы ждем отдачи, именно обратной связи от их, сейчас я помню, не на, от их кошельков. Акт добра, то есть помоги детям, купи картину. Самому аукциону и следующему за ним благотворительному ужину как раз подъедет божество, спустится с небес Наталья Водянова. Мы ее не то что ждем, мы ее ждем с распростертыми объятиями, накрываем столы, разжигаем самовары, печем фуа-гра и делаем канапе. Здесь у нас будет ужин. На столах будет ризотто с сыром, осьминоги с картофелем и салатом корн, свекла с козьим сыром и тюрбо. Развлекательная программа включает в себе волынку и саксофон. Здесь у нас находится предаукционная зона, где будут висеть картинки, предназначенные для благотворительного аукциона. Там, здесь будет Николай, здесь будут цветы, и Коко Шанель обязательно. Да, здесь именно логотип Шанель. Здесь будут большие цветы, и здесь логотип Louis Vuitton и цветы. Мы просто показываем красивые вещи, которые предназначены именно для благотворительного аукциона, для того, чтобы люди получили что-то взамен своему желанию, намерению помочь детям. И тут мы попадаем в святилище наших государственных символов. Здесь у нас собрана вся российская государственная символика. И это первый зал, он такой зал предваряющий. А здесь уже начинается такой, как такой трэш и ужас. Посредине лежит разбитый советский флаг. Здесь уже начинается такое кипение. Здесь будет картина «Лава», на которой все кипит, все плавится, эти линзы они преломляют. А вот на этом месте у нас будет висеть основная картина. Это Владимир Владимирович Путин.
когда ты ее видишь издали, то ты видишь портрет нашего президента. Но когда ты подходишь к нему, то он пропадает. Напротив него, соответственно, мы решили повесить портрет Николая II. Который является его прямым антагонистом. Мы не ожидаем, что продадутся там все 100% лотов, хотя очень хочется, конечно, но мы знаем людей, которые хотели бы помочь и которые понимают, что здесь деньги не главное, то есть здесь важно именно участие и важно поддержать доброе дело. Я думаю, что это успех и достоинство галереи Щукина. Это красиво, это впечатляет. Смысловая нагрузка очень серьезная. Есть очень много света, и они очень позитивные. И это на самом деле музыка. Сейчас аукцион для вас проведет лучший аукционист России Олег Пятницкий. Прошу. Да. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие уважаемые господа. Итак, аукцион «Самое справедливое распределение дефицита». Прошу, Наталья Валянова. Сегодня мы собираем средства с помощью этого аукциона не в пользу фонда «Обнаженные сердца», а в пользу другой организации, с которой мы работаем уже в течение многих лет. Это Центр лечебной педагогики. Я уверена, что многие из вас знали эту прекрасную организацию. Это одна из ведущих организаций в мире, которые работают с детьми с особенностями развития. Просто расскажу эмоциональную историю лично. На первом форуме «Каждый ребенок достоин семьи», когда
Я сидела на первом ряду и рыдала, потому что я понимала, что моя сестренка Оксана, которой сейчас 25 лет, если бы Оксане повезло попасть в Центр лечебной педагогики или в подобную организацию в нашей стране, то, возможно, с ней тоже бы случились какие-то чудеса, и сегодня бы она была более социализирована. Я помню свою сестренку, когда она была маленькая, и как она себя вела, и такие организации подстегивают к тому, чтобы мы продолжали бороться за этих людей. Мы хотим, чтобы этой великой организации в нашей стране знали больше. И прошу вас быть щедрыми. Спасибо. Очень признательна фонду Натальи Водяновой и самой Наташе, и всем сотрудникам фонда, и галереи, которая так любезно согласилась участвовать, и Давиду. Потому что, такой был важный вопрос, как мы будем жить в следующем году. Государство помогает просто исключительно символически, и в основном мы собираем деньги с помощью разных мероприятий. И я пришла и сказала, давайте придумаем еще какое-нибудь мероприятие, и мы сможем взять часть очереди, и дети не будут ждать полгода-год, пока им окажут помощь. И мы вот сегодня попытаемся с вашей помощью преодолеть эту проблему. Спасибо вам. Я прошу вас быть внимательным. Мы остановились на том, что поднимаются номерки, поднимается цена. Цена будет в среднем подниматься на 10-15%. Вы, пожалуйста, сами не трудитесь, не считайте. Я честно все посчитаю сам. И наступит момент, когда я начну говорить такие слова, как раз, два. Слово три нет. Идет удар молотка, который обозначает сделку, совершение сделки между продавцом и покупателем. И на этом лот считается проданным. Кстати, о лотах. Я не знаю, говорить мне это или не говорить, но вот та коллекция, которая сегодня вам будет представлена, это новая серия работ, которая была создана художником специально для благотворительного вот этого аукциона. И выполнена в новой технике, как продолжение основной идеи творчества Дэвида Датуны. Есть вопросы? Давайте поэкспериментируем. Я хочу предложить вам уникальный лот. Вот сегодня тут было все. Картины, вино. Но я не видел одну такую штучку очень интересную. Это роза. Этот цветок мы предлагаем вам за 10 рублей. Молодец. 10. 10 рублей, 95. 30, 33, 36, 40, 40, 40, раз, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, раз, 82, 85, 90, 100. Вы подняли руку, да? 100. 110 долларов, раз. Извините, евро. Я шучу, рубли, пока. 110, 120, 120, раз 120, 2, 130, 140, 150, 160, 170, 170, раз 170, 180, 90, 200, 220, 240, 260, 260, 2, 260, 340, 350, 360, 360, раз 360, 2, 360, 370, 380, 390, 400, 450, 500, 550, 550, раз 550, 600 рублей, 600, раз, вас с собой берите. 700, 750, 800, 850, у вас же 30-й. 850 рублей, раз, 850, два, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1114, 1100, раз, 1100, два, 1200, 1300, 1400, 1400, раз, 1400, два, 1500, 1600, 1700, 78, 1700, раз, 2000, две, раз, две, два. Что случилось? Сломался? От напряжения. 2200 у вас, 2200, раз, 2000, 2400 у вас, 2400, раз, 2400, два, 2400, 2500, 2600, 2600, раз, 2600, два, 2600, 2800, 30, 2800, серьезно, мужики, 2800, раз, 2800, 3000, 3, раз, 3, 2, 3, 3300, 3300, раз, 3300, два, 3300, продано господину с номером 30 за 3300 рублей. Итак, Шанель. Да, ребят, выносите первый лот.
Лот номер один – это «Шанель». 2013 год. Смешанная техника, стекло. Размер 51 на 61 сантиметр. Итак, стартовая цена – 12 тысяч долларов. 12, прошу. Первые покупатели, которые отметятся на этом аукционе. 12 тысяч. Лесру. Вы кашляете или? 12 тысяч долларов. И деньги действительно пойдут по назначению. Что ж, на первый лот надо консультировать. Мы покупатели. Нет интереса. Спасибо, ребят, лот снят. Ко мне в машину. Ко-ко, как вы понимаете, здесь идет. Всем известный дамер. 2013 год, смешанная техника, стекло. Размеры этой работы 101 на 66 сантиметров. 18. За эту работу я даже не знаю. 18 тысяч. 18 тысяч долларов. Может, кредит не карточки, может, завтра день будет. Снимаю лот. Лот снят. Печально. Но это жизнь. Лот номер три. Цветы один. 2013 год. Ну, как я понимаю, это все работы 2013 года, потому что они специально были сделаны для этого аукциона. Это смешанная техника, также стекло, размер этой работы 63,5 на 51 сантиметр. Стартовая цена 16 тысяч долларов. 16. А вы не уверены, что это не estimate? Что это, ну, как бы примерная цена, за которую эта картина должна продаться? Потому что... У меня написано. Я говорю, если хотите, мы попробуем голландский вниз. Первый, кто поднимает, тому достается. Голландский, начнем аукцион. Я не знаю. Мне кажется, это нужно, конечно, Давиду говорить, но... Давайте быстренько. Вот, девчонки, руководство, милые дамы, фонд. Мы даже не начинаем продавать самые дорогие наши лупы, понимаете? Это, честно, не ко мне. Мы начинаем с какой суммы начинаем? Мы начинаем голландский. Да. Тогда я хочу вас видеть вот здесь. Хорошо. Да, потому что я буду ориентироваться. Сейчас. Что такое голландский аукцион? Давайте расскажу. В Голландии так продают цветы, в Китае рыбу. Я называю стартовую стоимость и иду вниз. Я иду вниз. Но тут уже нет торга. Первый, кто поднимает руку, тому продано. Можно подождать, купить дешевле. Но можно не успеть. Это аукцион нервов. Голландская система. Попробуем? Итак, как я говорил, 16 тысяч долларов предлагается вам эта картина. И я тихонечко пойду вниз с шагом 500 долларов. Но учтите, когда мне будет подан сигнал, я сниму картину с торга. Итак, 16. 15 500. 15. 14 500. 14. 13 500. 13. 12 500. 12. 11 500. 11. 10 500. 10. 9 500. 9. 8 500. 8. 7 500. 7. 6 500. 6. Нет,
вас уважаю, ну и организатор тоже. Вот снят. Лот номер 4, цветы 3. Тот же год, смешанная техника, 63 на 50, 63,5 на 51 сантиметр. Стартуем мы от 16 тысяч. 16. 15,500. 15. 14,500. 14. 13,500. 13. 12,500. 9. 8,500. 6. 5,500. 5. 4,500. 4. Лот снят. Я думаю, что нам нужно прекращать аукцион, так как видимо, люди просто пришли посидеть, посмотреть. А давайте мы сделаем так. Я прошу, чтобы в зале есть специальные покупатели. Кто-то заинтересован этими работами, вы можете поднять руку. Раз, два. То есть вы ждете своего лота просто, как я понимаю. Хорошо. Я думаю, там мы продолжим здесь покупать. Тогда спросить, какой лот человек? Лот номер 5. По 12 тысяч мы вам предлагаем. $12,000. 12. 11. 10. 9. 8. Снят. Лот номер 6. Также цветы. Смешанная техника. 63,5 на 51 сантиметр. $16,000. 16. 15, 14, 9,500, 9, 8,500, лот снят, ну и гвоздь аукциона Николай II, также смешанная техника, 101 на 66 сантиметров, $19,000. Держите, ребят. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 9. 11, извините. 10. 9,500. 9. 8,500. 8. Лот снят. Ну, к сожалению, я ничего не продал, что бывает редко, но бывает. Мне печально. Это наш аукцион. А розу продали? Закончен. Розу я подарил. В принципе, надо убрать деньги. Спасибо. Извините, что так получилось, но иногда я веселен. До свидания. Не обнимайте меня, пожалуйста.
Еще здесь, ну это вообще, то есть настолько смешно, настолько как обидно низко то, что вот поперли лампочки, пока это все висело. Да, вот, висели вот эти лампочки. Вот. Это те, которые без светильников и на высоте. Все. Да, да, да. Стоял рулон ковролина, сперли. Были свечи какие-то, то есть мы там свечами же украшали все, сперли и свечи. То я не... А ноутбук, понятное дело, что ушел. Серьезно? Да. То есть, как это такой, блядь, российский вот менталитет. Это вот прям, я ненавижу это уродство.